Друзья, товарищи комрады, всем здравствуйте! У нас на канале сегодня очередная распаковочка. Вот такая вот прям коробочка с бритвенными ништяками. Мужское счастье, да? Да. Посылка непростая, а посылка, правильно, с Авито. Так, давайте чекнем. Вот так вот это все дело выглядит. Ножичек в сторону. Так, и у нас такие вот сверточки. Давайте достанем. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. И можно сказать шесть. Так, вот это дело мы все по-быстрому приберем. Блин, нашупал. Так, ну, давайте, наверное, начнем с лезвий. Так, вот такие вот лезвия. Специально взял попробовать для Хенсона. РК. Теперь делают в Индии. Раньше под Хенсон специально зеленые Астра, они, как бы наоборот, они делали станок Хенсон специально под лезвие Астра, тестировали на нем. Теперь заказали в Индии вот такие вот лезвия. Ну, как-нибудь попробуем в Хенсоне и не только. Так, вот такой вот трит у меня есть. Карбон. Ну, в принципе, неплохие лезвия. Лезвия хорошие. У трит есть и похуже. Это точно. Так, вот такие трит я не пробовал. Теперь вот с этими у меня, наверное, по-моему, тритов штук 10 разных. Да, будем тоже пробовать. Так это все дело выглядит. Так, Кая. Все в поисках Кая. Хороших лезвий Кая. Да, потому что немногим они заходят, да, то ли, не знаю, брак, то ли некоторые подделки есть. Но в любом случае, да, попробуем. И вот такие супер иридиум. Тоже не пробовал. Говорят, что это якобы полсильвер, да. Полсильвер пробовал, пробовал очень давно, но у меня еще пачка есть закрытая. Надо, может быть, тоже как-нибудь и эти, и полсильвер попробовать. Тоже забыл, что это такое. Да? Да. Хорошо. Брал это все на Авито. Специально для вас оставлю все ссылки, так как замечательный продавец. Во-первых, там и цены относительно гуманные, да, относительно дорогих других продавцов. Это первое. И во-вторых, очень поддерживал беседу, советовал. Да, это что? Это вот такой крем для бритья нас встречает от компании TFC. 150 миллилитров. По составу можете. Давайте я покручу, да, где тут начало-то. Handmade shaving. Формула White Mango Butter. Пока читаете, я вам по аромату скажу здесь. Яблоко, травы, персик, анис, апельсин. Это были верхние ноты, да, сердце ноты. Это фиалка, роза, ландыш, жасмин, сосна, туя, полынь. И базовые ноты. Это мускус, древесные ноты, пачули, бобы тонко. Да, вот так это все дело выглядит. Так, давайте. Ух, прям такой аромат. Выше среднего. Кстати, ну вот интересный аромат. Что-то, на что-то он очень похож. Да, мягенький. Прям. Ну, я бы, может, не сказал, что это крем, но кроп. Да. Пальцем очень легко продавить. Пахнет прям какое туалетное мыло дорогое.
необычный аромат для мыла, для бритья. Да, будем, обязательно попробуем. Так, далее, ну давайте вот с этого начнем, сверточку. Встречает вот такая бритовка. Goodfellow Smile. Это копия R89. А я бы даже сказал, наверное, Эдвин Джаггера. Потому что сейчас покажу. Опа! Еще лезвие. Лезвие Астра. Лезвие Астра нам нравится. Лезвие хорошее. Угу. Вот такая вот коробочка, да, уже показывал. Made in China. Видимо, итальянская компания заказывает в Китае. Надеюсь, только они станки заказывают. Они также производят, вот эта фирма, производят мыло лосьоны. Надеюсь, они производят сами. Ну, сами-то вряд ли. Больше, чем уверен, то есть то, что это TFC им варят. Ну, да ладно. И почему я сказал, то, что бритва похожа на Эдвин Джаггер, да? Потому что очень-очень ручка знакомая. У Эдвин Джаггера есть такая 3D-ручка. Вот прям здорово похоже. У меня была такая бритва. Продал в свое время. Ну, визуально от 89-й не отличить. Она вроде пустотелая. Такая не особо тяжелый станок. Очень будет интересно побриться. Да, может быть, даже как-нибудь в одном бритье сравним. Я имею в виду 89-ю и вот эту. Так, 78,7 грамм. Ну, хороший вес, как для бритвы. Так, винт, по-моему, насколько могу помнить, даже длиннее. Так, сейчас мы... Так, давайте вместе. 38,4 грамма. Сейчас мы глянем по вылету. По вылету. Вылет ровный. Да? Да, вылет ровный. Ну, экспозицию мы, конечно, не увидим, да. Ну, лезвие видно. Отлично. Интересно будет попробовать. Так, хорошо. Дальше, дальше, дальше. Дальше мы идем. Вот прям припекло. Захотелось мне попробовать и поиметь в свою коллекцию вот такой вот помазочек. Один у меня есть, да? Могли видеть у меня на канале. У меня Commodore X3 барсучок. Здесь же Simpson. Не барсучок. Simpson здесь. Синтетика. Платиновая синтетика. Последняя синтетика у Симпсонов. Взял как подспорье к своей Omega Evo первой серии. Ну, скажу я вам, прям плотный. Прям очень плотный. Узел здесь 27/52. И ручка 44. Такой малыш, малыш-крепыш, я бы сказал. Смола под слоновую кость. Чуби 2. Такой прям, я скажу, тугенький. В раскоряку. Да, кстати, в раскоряку, насколько я могу помнить, и Симпсон не рекомендуют. Да, только красящими движениями. В раскоряку компания Симпсон не рекомендует использовать свои помазки. Как барсучки, так и синтетику. Но, в принципе, я думаю, вряд ли такими движениями можно убить помазок. Ну, да, многие поспорят.
Но сколько я, допустим, 7 лет да, там, пользуюсь своими помазками, ни один еще не испортился. Шикарная кисть, просто шикарная. Будем все это скоро пробовать. Так, но и это еще не все. Так, у нас есть вот такой вот крем. Да, крем Труфит Хилл. Трафальгар. А, насколько могу помнить, Трафальгар это вроде как бы парк в Лондоне, да, в Англии. Прям коробочка на ощупь такая не бархатистая, а как будто прорезиненная, такая очень приятная, тактильно. И нас встречает. Так, нет, сначала не встречает, да? Сначала давайте посмотрим. Рекомендации, составы. Где изготовлен, кем изготовлен, кем продан, срок годности. Да, вот. Ингредиенты. Так, тут что у нас? О, можете пройти по QR-коду, потом скажете, что там. Хорошо. Так, нас встречает вот такая вот банка бадья в 190 грамм. Да, ну вы можете сказать, Андрей, нахрена нам крем за 2800? Так я вам скажу, 190 грамм делим на 2, да, 95, ну, грубо говоря, 100 грамм. То есть у нас обычная банка мыла выходит 1400. Сейчас любое мыло возьми, да, заграничное, оно будет выше 2000 стоит. Ну, может быть, кроме стерлингов, да. Так, сначала баночку не посмотрели. Всякие там БМы и же с ними. Так. Так вот прям золотой на черном, прям классика. Ага, тут еще одна крышка. Под этой крышкой еще одна крышка. Вот так вот он выглядит. Ну, аромат прикольный, очень интересный. Пахнет. Так, давайте сначала посмотрим. Ну, это вот, да, это вот чистый крем, прям очень мягкий. Кропом даже не повернется язык его назвать. Так, по аромату. А в Трафальгаре, да? Что у нас есть? Здесь лемонграсс, апельсин, бергамот, мускатный орех, лаванда и гвоздика. Вот первое впечатление, когда запах, да, банку открыл, запах пошел, что-то лимонное и кедровые орешки. Ну, опять же, да, как это будет раскрываться в пене, посмотрим. Аромат, ну, средний, даже может быть чуть ниже среднего. В нос не бьет, но опять же, надо будет смотреть, как все будет идти. Так, хорошо. И у нас есть еще один сверточек. Нас встречает, правильно, еще один крем Труфит Хилл. Mayfair. А это вообще новинка у Труфилей, да, то есть только появилась. В принципе, для меня как бы и вот эта новинка, да, потому что я не пользовал ни разу. А вот тактильно старые коробочки были очень получше. Здесь как бы просто обычный картон, но опять же, да, мы покупаем не коробки наглаживать, а бриться. Очень надеюсь, что он мне зайдет, да, в кавычках. Так как пробовал три крема из Англии. Так, давайте по составу сравним. И, кстати, состав у них, по-моему, отличается, да? Или нет? Да, вот эти последние. Тут добавлено еще два. Ну вот как раз, не одно и то же. Будем пробовать. Так, что я говорил? А, пробовал, да? Пробовал Geo Tramper. Tramper. Мне очень понравилось. Ну, не очень, но хороший, достойный крем. Также пробовал, по-моему, Advent Jagger. У меня пробничек был.
Тоже довольно-таки хороший крем. И была в тубе, как он, Taylor of the Bond Street. Да, Taylor были. Но крем мне совсем не понравился. И интересно, что будет здесь. Mayfair, опять же классика, 190 или 6,7 унций. Так, опять вот эта прослоечка, прокладочка, чтобы запах не выветривался. Ух ты. Ух, тут прям аромат такой интересный. Ну, заявлен здесь лимон, мандарин, розмарин, бергамот и нейроли. Ну, ребята, что-то одно из этого, да, прям крем. Одно из этого, что как-то вычленить очень трудно. Просто такой прям одеколонистый запах интересный. Так, ну и вроде как бы все. Да, брал на Авито, ссылочки оставлю. Продавец Александр с Ростова-на-Дону, с деком. Мне дошло буквально за 3 дня в Московскую область. Считаю, просто шикарно. Это почти заказал и тебе в дверь принесли. Тут же. Да, продавец общительный, может посоветовать. Так что я советую зайти, глянуть. По наполненности магазина, заполненности, да, там чего только нету. И БМ на омнибусах, и что там, и очень много стирлингов, и Ариана, да, короче, зайдете, посмотрите сами. Так, ссылочки обязательно в описании. Так, ну и что, ничего вроде не забыл, да? Ну все, ребят. Давайте, не болейте, скоро будет забриф, даже не знаю вот с какого начать, прям очень хочется, наверное, Mayfair попробовать, от Трюфелей, да, и Симпсон помазочек, как он справится. Так, ну все, давайте, аривидерчи.